Добрый день, приветствую всех на канале Boston Technic, меня зовут Денис. Хочу предложить вашему вниманию телескопический погрузчик Hi-Lot 2016 года выпуска с наработкой 8000 моточасов. Стоит хорошая резина. Стоит зерновой ковш. Стрела целая, в родной краске, без элементов сварки. Также установлена дополнительная обогрев двигателя для зимнего времени эксплуатации. Возможно, любая форма оплаты, наличный, безналичный, а также кредит и лизинг. Если вас заинтересовал данный телескопический погрузчик, звоните, пишите, будем рады вам все рассказать и показать. Всего доброго!